«Золотой микрофон». Живые концерты из большой студии русского радио. Русские перцы. Форева. Только живой звук. Никакой фонограммы. В шоу «Золотой микрофон» на русском радио. Дорогие друзья! Уважаемые гости столицы. У нас в гостях группа «Земляне», которые буквально через несколько минут выйдут на сцену и подойдут к золотому микрофону, который здесь, на сцене русского радио. Ребята, привет! Драйв! Драйв! Привет! Привет, ребята! Мы вам покажем, как это было. Музыка — это такой вот, знаешь, кайф, который нельзя просто пропускать мимо. Преследуем зло, если б жизни бы нашей, так же нам бесконечно везло. Снова съемка, погоня и риск без конца. Мы работой своей обжигаем сердца. Каскадеры, каскадеры, мы у случая прекрасного в гостях. Каскадеры, каскадеры, ведь опасность это в общем-то пустяк. Это наша судьба. Мы не можем иначе.
Живой концерт, дорогие друзья. Слушай, Лех, я вот что подумал-то? Может, снять им клип новый на эту песню? Просто вот на протяжении песни «Каскадеры» вот различными трюками вся группа издевается над солистом. Почему над солистом? Потому что у меня нет гитары. Да! Слушай, я все хотел узнать, Леша, вот как ты думаешь, да? Галя смотрит завороженными глазами, это понятно, да? Рок-группа настоящая. Такие мужчины красивые, рок-группа, конечно. Вот очень хотелось бы, чтобы в какой-то момент группа скинулась солисту настоящую гитару, потому что ты играешь воображаемую уже сколько лет, скажи, пожалуйста. Что поделать, ну, сколько себя помню. Не дают, да? Ну ничего, хорошо, не доверяем инструмент. Отлично, получается, он никому не мешает. Мастер перебора. Свои дети.
уйти. Прости за все, за все. Поверь, земля, люди найдут пути спасти тебя, себя. За все, за все. Жанна из Волгограда говорит, что очень любит песню «Одиночество» и просит рассказать ее историю, как она была написана. Эта песня была написана давным-давно, у нее был другой текст. Потом Михаил Цифробекович Буцериев предложил свой вариант текста, и у меня не осталось сомнений, что его текст был просто лучше. Это был как бы шансон. Сделали другой текст, записали живые барабаны. Нам сказали, что риф, слишком гитарный, много рока. Много рока? И, много. Да, музыка, она осталась. Это происходит но, очень быстро, да, на самом как деле. Мархвали. Версии было много. Версии было много, да. Заодно любовью сломлен, стучится боль в закрытое окно, я белый ворон, отдай мне сердце, если сможешь, на совсем одной нечестно живу тобой и говорю себе, зачем любовь бессмертна. Одиночество, одиночество среди прочего день за два. Слезы бросятся, одиночество. Ты не мечтай, тебе не суждено согреть любовью дорогу в рай, обидой занесло, тоскою болен. И я был наивен, чувства для глупцов ты не готова. Искали счастье в милости богов, нашли немного. Одиночество среди прочего день за два. Слезы бросятся, одиночество навсегда.
Спасибо огромное, друзья. Спасибо. Земляне, дорогие друзья. Представь команду, пожалуйста. Представь. Геннадий Мартов, гитара. Герман Новашкевич, клавиши. Тони Шендер, барабаны. Дмитрий Юрченко, бас-гитара. Простите, мужчина, а вас как? Руслан Щукин. Меня не зовут, я сам прихожу. Руслан Щукин. Руслан Щукин, без гитары. Земляне! Спасибо. Золотой, золотой, золотой микрофон. Золотой микрофон. У нас в гостях не просто группа «Земляне». У нас «Земляне» здесь в гостях, понимаешь? Детство сон.
Спасибо. Есть ли у вас в ваших суровых мужских головах романтические мечты? Всего одна мечта, что ли? И та ушел у гитариста. У Геннадия. Геннадий, поделитесь с нами вашей мечтой. У нас просто у Руслана такой возраст, что ему мечтать и мечтать. Мы-то уже отмечтались. А мы видим, спасибо, у него так Геннадий. Игриво блестят глаза, понимаем. Я мечтаю постоянно о чем-то. Я мечтаю постоянно мечтать. Да, во всем. Просто вообще обо всем. Да, о том, чтобы все было хорошо. Получается, мы с тобой мечтатель. А это не ваша песня. Нет, не так. У землян песня называется «Поверь в мечту». Пора бы уже выучить. Хорошо. Земляне, «Поверь в мечту» прямо сейчас на русском радио. Выбираем путь, идем к своей мечте, и надо не свернуть с пути уже нигде, и стоит шаг пройти, заносит время след, обратного пути у жизни просто нет. Стой, шаг пройти, заносит время след, обратного пути у жизни просто нет. Поверь в мечту, поверь в мечту, поверь в мечту скорей. Поверь в мечту, поверь в мечту, как доброту людей. Усталость иногда сожмет у сердца грудь, настигнет нас беда, чтоб осложнить нам путь. Пройдем любви закат и встретим с ней рассвет, поймем пути назад у жизни просто нет. Встретим с ней рассвет, поймем пути назад, у жизни просто нет. Поверь в мечту, поверь в мечту, поверь в мечту. Спасибо огромное. На русском радио «Золотой микрофон». Михаил из Красногорска просит вас рассказать о самом необычном концерте, который вам запомнился. Прям 9 мая мы были в Сирии. Да, так, День Победы. Были прям на параде. Видели парад. На авиабазе, очень, да? Да, 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 очень да. Впечатляет. Очень так это все круто. Публика отзывчивая. Публика, она летала. В смысле? Так они половину не слышали. Если нет...
А погодите, а что вы кричали? Как вот это было? Трава у дома. Та-да-дам! Он даже какой мощь не то, да? Та-да-дам! Та-да-да-дам! Слава! Та-да-дам! Та-да-да-да-дам! Та-да-дам! Ре минор! Земля в иллюминаторе! Земля в иллюминаторе! Земля в иллюминаторе видна! Смотри, земля! Как сын Руси на матери! Как сын Руси на матери! Руси на земле, она одна! Русское радио! А звезды тем не менее! А звезды тем не менее! Чуть ближе нам все так же холмы! Дайте телескоп! И кажется затмение! Ждем света и земные видим сны! One, two, three! Ручки выше. Песня времен и народов. Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна. Как сын грустит о матери, как сын грустит о матери, грустим о земле, она одна. А звезды тем не менее, а звезды тем не менее, чуть ближе, но все так же холодны. И как часы затмений, и как часы затмений, ждем света и земные видим сны. Прошить метеоритами простор. Оправдан риск и мужество, космическая музыка вплывает в деловой наш разговор. В какой-то дымке матовая земля, в иллюминаторе вечерняя ранняя заря. А сын грустит о матери, а сын грустит о матери, ждет сына мать, а сыновей земля. И снится нам не рука в космодром. Зеленая, зеленая трава.
«Золотой микрофон». Живые концерты из большой студии Русского радио. И снится нам не рок от космодрома, не это ледяная синева. Москве плюс два! А снится нам трава, трава у дома. Не канадская, а русская. Зеленая, зеленая трава. Слушай утреннее шоу «Русские перцы» и смотри прямую трансляцию живых концертов из большой студии Русского радио. Настоящий праздник в студии Русского радио – это золотой микрофон. Понимаете? Глобальный сольный концерт из большой концертной студии. Только что был концерт группы «Земляне». Это «И снится нам не рок от космодрома». Живой звук, никакой фонограммы. И любимые исполнители в проекте «Золотой микрофон». Спасибо, Русское радио! Не могу петь, пока.